14 августа 2023 года, афоризм дня на сегодня такой. Скромность украшает человека. Часто это все, что есть в доме из украшений. Написала 2 октября 2010 года этот афоризм. Ну и по поводу человеческих качеств, конечно, там у меня не так много. Совесть многих беспокоит только храпом. Про скромность, наверное, косвенно можно отнести сюда афоризм. Талант всегда пробьет себе дорогу, если это талант пробивать себе дорогу. В общем-то, на сегодня пускай будет скромность украшает человека. Часто это все, что есть в доме из украшений. Наверняка многие с такими ситуациями сталкивались.